У людей старшего возраста накопилось много вопросов к представителям органов правозащиты. Вадим Васильевич Дадонов, житель города Видное, более 50 лет трудился на оборонном предприятии. Ветеран труда. Ему необходим новый слуховой аппарат, который по адресной помощи малоимущим на данный момент, как высказался ветеран, является дефицитным. Слуховой аппарат, я считаю, неужели наше государство не может наладить вопрос копеечного аппарата? У Александры Федоровны Горбатовой, жительницы города Видное, 40 лет проработавшей агрономом в колхозе Владимира Ильича, проблема с льготным зубопротезированием. Теперь социальная защита не занимается этим. Так. Когда она занималась, все очень было хорошо. Бывало, придешь, справку возьмешь, и тут же делают. А сейчас теперь они говорят, мы теперь этим не занимаемся в защите, занимается здравоохранение нашего района. Здравоохранение дает деньги, мало, и они почему-то кончаются тут же, кому оставлять неизвестно. В общем, мы сейчас ветераны труда не можем ставить себе зубы. Больным вопросом по-прежнему остается и льгота транспортного проезда. В правительстве обсуждается этот вопрос и на уровне уполномоченных по правам человека Московской области о том, чтобы все-таки как-то найти возможность и оплачивать проезд, вернуть вот эту льготу хотя бы для тех вот пенсионеров, которые малообеспечены, то есть получают пенсию ниже прожиточного минимума. Участников встречи волновали и вопросы предоставления качественных коммунальных услуг, в частности, теплоснабжения. Ведь не секрет, во многих домах в зимнее время температура воздуха в квартирах не соответствует нормам, а людям пожилого возраста тепло необходимо. В перечень коммунальных услуг входит также и водоснабжение. Пенсионерам были даны разъяснения по перерасчету расхода воды. За каждый час превышения допустимой продолжительности размер ежемесячной платы снижается на 0,15% от той месячной платы, которую вы осуществляете за водоснабжение. Такие выездные консультации специалистов стали уже традиционными. Они будут продолжаться и в будущем. Людмила Медведева, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.